Итак, начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Наставник футбольного клуба «Торпедо» Владимир, Денис Сергеевич Евсиков. Денис Сергеевич, ваш комментарий по матчу? Ну, хорошая, интересная игра получилась. Мы, в принципе, к такой готовились в «Балтиках». Один из лидеров нашей группы, где собраны там молодые перспективные футболисты, в принципе, предполагали, что из основного состава дадут для усиления, для игровой практики. И ребятам говорил, что чем больше людей дадут, тем интереснее будет игра складываться. Потому что люди будут и сами играть, ну и, соответственно, нам будут давать. И в первом тайме, по большому счету, так и получилось. А во втором, там уже из-за того, что дождик проездной был, уже игра упростилась, много луж было. Во втором тайме уже так надо было характер проявлять, упрощать игру. Из хорошего, что отмечу, что первый раз в сезоне мы, проигрывая по ходу матча, наконец-то сумели хотя бы не проиграть, скажем так. Хотя бы с этого начнем, будем двигаться в этом направлении дальше и будем надеяться, что в этом сезоне еще увидим такие игры, где что-то пошло там не так по счету, да, и мы не только в ничью играем, но и набираем нужные нам 3 очка. Можете ли сравнить матчи наших команд первого круга и сегодняшней? Ну, ту игру я уже комментировал, да, там можно, там по счету, если как бы игру не смотреть, там 1-4, да. Если в детали вникать, то там в эту игру мы могли там не только не проиграть, мы даже там могли и за очки зацепиться. Просто так сложилось, что у нас была возможность отыграться и даже выйти вперед. Но вместо того, чтобы отыграться, мы свой момент не использовали, пропустили тут же удаление, и игра там закончилась. А так, в целом, что там интересная игра была с обилием голевых моментов, что сегодня, что обе команды хотели выиграть, там, в обороне там не отсиживались. Мне и та сегодняшняя игра очень понравилась. Коллеги, вопросы? Спасибо, удачи.